Привет, друзья! Хочу вас познакомить сегодня с одной из очень интересных, одной из самых старых точек, которая стала нам известна примерно с 282 года нашей эры. Точка называется Чэньшань. Дословный перевод означает «чэнь» – это поддерживать, подпирать, «шань» – это гора, то есть поддерживать гору. Найти эту точку довольно просто. Точка расположена в месте соединения головок и икроножной мышцы, напоминающем ущелье, словно подпирает гору. Массировать эту точку стоит при таких проблемах, как боль и судороги мышц ног, боль в пояснице, геморрой, боль в нижней части живота. Делаем массаж большим или указательным пальцем с двух сторон, то есть на обеих ногах находится эта точка. Мы или нажимаем на точку, держим секунд 20-30, отпускаем, повторяем так несколько раз. И растирающие движения тоже нажимаем пальцем. И растираем тоже секунд 20-30. Вот и все, все довольно-таки просто. Всем здоровья! Если вам понравилось видео, подпишитесь и поставьте лайк. Вам не сложно, а мне будет приятно. Спасибо!